Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И по техническим неполадкам сегодня, ребята, днем должна была выйти серия, но она не вышла, потому что она элементарно не записалась. Опять, ребят, без косяка не обошлось. Давайте вкратце расскажу, что было в той серии. Ну, во-первых, мы с вами прошли практически до конца портал. Осталось совсем чуть-чуть, сейчас я вам, ребята, покажу, сколько осталось. По-моему... Ага, вот за нежить нам нужно пройти и подданный. Все, и портал, ребята, у нас будет открыт. То есть я захватил вот эту территорию захватчиков, уничтожил нефритовую долину. В принципе, и все, да, получается? Да. За это время мы еще с вами прошли ежедневное испытание полностью. Я получил 22 карточки тыквоголового, 12 карточек и 7 крипты. Что еще? Ага, у нас еще по монстрам кое-что получилось. Короче, у нас проапался, так, я помню, за нежить кто-то был. Ага, вот, когтистый у меня получил третью звезду. И кто-то, по-моему, у нас вот здесь с вами проапался. И слизень, ребята, получил тоже третью звезду. Два персонажа, как говорится, получили по три звезды. Так что, ребятули, мне пришлось потом делать перерыв для того, чтобы у нас накопилась везде энергия и, грубо говоря, начинать все заново. Так что, ребятушки, будем двигаться, зайдем в магазин и посмотрим, нет ли у нас здесь. Нету. Не дают мне, ребята, баночек почему-то больше на опыт. Меня это немножко расстраивает, но фиг с ним. Ну что ж, сегодня наша цель — полететь в новый портал. Так, давайте-ка мы с вами определимся, что у нас здесь... За монстры будут, ага, летающая мышь, плюс голем и призрак. Угу. Этой командой, ребята, я пробовал пройти, не получилось. Друидка не тянет. И я вот думаю, что может быть вот этой командой рискнуть. Но опять же, мало шансов. Вот этой тоже как-то не особо хорошо. Ладно, давайте вот этой попробуем все-таки. Вся проблема здесь, ребята, в призраке, который летает постоянно, да? И в летучей мыши, в чумной. Моих вот этих вот баллисту и ниндзю вот этот призрак убивает практически моментально. Поэтому нам нужно, ребят, сосредоточиться. Ага. Так, я собираюсь сейчас выпустить, наверное, вот так вот. Потом Ронина. Ну-ка посмотрим, Ронина сразу убьют? Нет, Ронин терпит, поэтому нормуль. Значит, так и будет у нас все это дело обстоять. А-а-а, говнюк. Голем, уйди отсюда, не нервируй меня. Так, чумная мышь. Вот, ребята, первая проблема — это чумная мышь, естественно. Она очень сильно бомбит. Так, Ронин, да что ж ты делаешь, Ронин? Давай быстрее, родной мой. Без тебя никак, не справляемся мы, во. Ураганчик. Опс, как раз вовремя, отлично. Так, я вот думаю, что пора, наверное, призвать нам ведьму, да, чтобы она тут разобралась. Слигансушки, как говорится, с этими олухами, со всеми. Иди, ведьма, радость моя. Призрак тебе особый дамаг не наносит, и это хорошо. А мы вот так вот сделаем, и вот так. Ай, благодать-то какая. Как же мне этого призрака убить, ребят? Я единственный раз видел в ролике у себя, что мы этого призрака убиваем. И то я этого не заметил, мне подписчик сказал, там, пометил даже время, я перешел по ссылочке. И действительно, я убил призрака, и сделала это, по-моему, у нас друидка. Если я, конечно, чего-то не путаю. Ну что, у нас открывается служитель тьмы. Это тоже для нас большая проблема, так как он будет хилять этого голема. О, зато здесь нет призрака. Так что... У нас открываются большие просторы для этого всего дела. И я вот думаю, что мы возьмем с вами... Где прыгун? Вот он, мой прыгунчик. Вот голем. А, погоди-ка, прыгун. А как мы будем с вами... Спамить тогда эту чумную мышь? Нет, ребята, придется опять этой же командой играть. Надо, в конце концов, развивать нам еще юнитов, которые могут атаковать. Но у нас есть лучник, стрелок. Ну, согласитесь, ну какой из них стрелок? Он ватный, этот лукарь. Умирает от одного плевка. Причем любого монстра. Так что я как бы не заинтересован. Но если придется, да, конечно, будем его выставлять уж. Как говорится, ничего не поделаешь. Так, ну что, големчик, давай мы тебя немножко разберем. Немножечко совсем разберем тебя. При помощи Ронина. Ронин-то знает свое дело. Он, ух, наяривает там трясогузку. Так, ребятули, вот-вот-вот-вот пошла у нас волна. Только не дошла она почему-то, к сожалению. Ого!
Вот это для меня был нежданчик, ребята. Ведьма вышла, все. Финита ля комедия, можно так сказать. Давай, Ронин. Да что ж ты делаешь-то? Давай уничтожай, ну. По красоте. Сейчас и до чумной доберемся. Все, ее как будто здесь и не было. Ну, голем, голем. Да, ребят, голем, это для нас проблема. Ронин, выйди, выйди в истерике. Нет, не хочет он выходить. Тогда мы уничтожим этого служителя тьмы. И баллисту, ребят, я призвал. Ну, сами понимаете, баллиста здесь топ номер один. Давай, стреляй. Вызываем еще Магомена. В принципе, вообще, и здесь же, когда Ронин подходит к башне вражеской, он ее просто разрубает. Никто ничего не поможет ему, понимаешь? Он просто ее рубит. Крошит, как капусту. Блин, вот, вот, не было, называется, печали. Самое фиговое, ребята, что здесь у нас некро и призрак. И, слушай, у него... Два летающих юнита плюс некро. Как мы ее будем бомбить? Баллиста будет здесь погибать от призрака. Это я точно вам могу сказать. И вообще как-то здесь не особо хорошо у нас все это получается. Может быть, не знаю, вот серьезно вам говорю, этот отряд взять. Но как-то моя чумная мышь будет проигрывать егонной чумной мыши. Ладно, попробуем. У меня там есть кто? Молотильщик. А фиг ли от него толку-то какой? Никакого, по-моему. И фаербол этот нас тут спасать не будет. Нам вот что-нибудь притягивающее, да? Вот как вот у него база. Вот это было бы хорошо. Так, я думаю, что нужно вызвать голема и прикрывать его... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Прикрывать его чумной мышью. По любаську, только так. Ах ты, засранец. Ты смотри, что он делает, а? Ты смотри, что он творит. Давай так сделаем. Бам! Нормуль. Голем просто прошел. Даже не поморщился, ребят. Понимаешь? Давай, давай, давай. Чумную, чумную бомби. Будем надеяться на нашего молотильщика, если он будет погибать, ребят, выпускать эту пилу. Я надеюсь, что это прокатит. Эть, не прокатило. И чумную мышь мне подбили еще, а? Вот они, урюки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка. Слушай, не получится у нас здесь ничего. Они меня продавят. Нет, не канает почему-то здесь, ребята, наша песенка. Не канает. Он почему-то моя мышь плю... Ой, все. Все, ребят, раздавили. Придется мне брать тот отряд. Да у нас здесь мало летающих юнитов. Поймите, я одной чумной мышью здесь... Ну никак не смогу зарулить. Ну вообще никак. Ладно, пускай добивают. Проиграл, так проиграл. Ну, по крайней мере, я проверил и убедился. Некро, паршивица некро, вот кто. Здесь самый гад. Ух, слушай, я сейчас, знаешь, что сделаю? Я, наверное, возьму тот отряд свой. Где у меня... Так, секунду. Нет, не этот, вот. И, возможно, вместо баллисты я сейчас возьму всадника на журавле. По-моему, так будет, ребятушки, оптимально. Или же вместо ниндзя. Ха-ха-ха, вот этот вопрос интересный. Давай, наверное, так все-таки сделаем. Где наш всадник на журавле? Где он? Вот он. Все, ребята. Вот такой командой, наверное, наверное, надеюсь, мы все-таки сможем победить и пройти. Главное не забыть нам, что баллисту вернуть надо будет обратно. Ну что, поехали. В бой, три энергии есть. Хм. Лишь бы не сфейлиться. Вот что я думаю. Но если Ронин не будет, ребята, здесь тупить, именно Ронин, то все будет у нас здесь хорошо. Если Ронин будет выходить в развалочку, как всегда, как он это любит делать, то фейл обеспечен нам. И к тому же не забывайте, ребят, здесь мне нравится наша ульта. Она просто превосходна, просто супер классная ульта. Ну что же, всадничка можно здесь... смело, говорю, вызывать. Вот тебе, ребята, и смело. Сейчас, наверное, подобью, да? Посмотрим, что у него там по дамагу. Да, чумная мышь будет получше, ребята. Моего всадничка на журавле. Как видите, в развалку идет он. И вот он меня этим раздражает, серьезно вам говорю. Так, чумная, хорош выеживаться уже, серьезно говорю. Упс, упс. Так, дай энергию сюда, блин. Ну, пока мы сейчас голема, естественно, на нас тут уничтожат. Пф,
Ну пошла ульта. А фиг ли делать. Пошла, как говорится, ульта. Надо было в чумную бомбить, мышь-то. Посмотри, мы не можем пробить. М-м-м. Не выходит у нас почему-то, ребят. Даже через отражение. Все, я вызываю ведьму, хорош вот. На самом деле уже выкаблучиваться. Ведьма здесь все сделает как надо. Должна, по крайней мере. Упс, Ронин, отлично, покарал. У нас, ребята, минута в запасе. Всего лишь минута. Эй, Ронин, ну зачем ты так сделал, а? Ну, зачем, ну серьезно. Так, давай-ка уничтожим этого голема. По-быстренькому наплодим здесь свою армию. Так, отлично. Давай, давай, ведьма, уничтожай эту чумную мышь, блин. Времени 41 секунда, мало, очень мало. Что-то не получается у нас, ребят, к сожалению. Угу. Так, получилось, вроде бы, получилось. Давай так сделаем, так. Так, уничтожили. Давай, уничтожай, мышь, мышь мне чумную уничтожь. Самое главное, чтобы уничтожали мышь. А с остальным мы тут разберемся. 16 секунд. Ребята, 16 секунд. Ну, поднапряглись, блин. 9 секунд, 9 секунд. Какие-то колобки, всякая ерунда. 6 секунд, ну. Ну, осталось там, есть. На последних, ребята, 3 секундах мы с вами урыли этот замок. Ё-моё, тяжело, я вам серьезно говорю, тяжело. Ну и последний этап, кто он здесь? Здесь у нас король. Дедушка, да? И смотрите, какая тут имбовая колода. Служитель тьмы. Некро. Летучая мышь. Я не знаю, сможем ли мы здесь справиться, но выбора у нас нету. Блин, я боюсь этого деда. Если он подойдет к ведьме и шваркнет ее, это будет хана. Нам обычно спасает что? Либо заморозка, либо ураганчик. Либо приворот. Больше никаких вариантов нету. Потому что этот гаденыш... Дед шутить-то не любит. Сразу приголубит своей дубинушкой, верно? Верно. Опа-на! Ты понял, как он сделал? И чумнуху, и это. Ладно, попробуем, ребят. Не уверен, конечно, что прокатит. У нас выбора-то особо нету. Так, давай-давай-давай. Чумная мышь себя убила, да? Через отражение, ребята, это все прокатило у нас. Так, попробуем сейчас сделать вот такой маневр. Так. Так. Давай, 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 главное до ведьмы. Ау, воу, 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 фух. Молодец, Ронин, ты шикарно сейчас сделал. Лучше, блин, не придумаешь. Ведьма, выходи, пожалуйста. Даже ведьма не понадобилась. Вы представляете, два Ронина зашкирили, зашкварили этот замок. Фух. Ну что же, я могу сказать вам, что мы прошли этот уровень на твердую пятерочку. Был, конечно, небольшой косячок, но мы справились. Так, нам достается база и прыгун. В принципе, это круто. И остается у нас территория подданных. Да-да-да, самая наша любимая и нелюбимая. Вот грифон здесь, естественно, грифон, как же без него. И начинается у нас, короче, паладин и грифа. Ух, да, вся надежда на этот отряд, по идее. Но у нас всего лишь одна энергия, поэтому нам, наверное, придется здесь, ребята, брать. Но, наверное, нам придется расстаться. Кстати, здесь нам нужно убрать всадника на журавле. Мы его, наверное... Хотя нет, подожди секунду, давай-ка, знаешь, что мы с тобой замутим? Мы возьмем баллисту как раз вот в этот вот отряд. Баллиста здесь, я думаю, хорошо зайдет. Юниты здесь не такие быстрые, но мы будем с вами как бы придерживать. Так, давай, убираем мы... Блин, да что такое? Убираем отсюда молотильщика. Хоть и говорите, зря я убрал молотильчика, не зря. Нет, ребят, не зря на самом деле. И берем баллисту. Хотя можно было бы взять и Вуджена. Хотя его надо раскачать еще на 8 уровней. Ладно, фиг с ним. Думаю, чумная мышь плюс... Плюс баллиста, да? И плюс наши вот эти вот големы и... Да нет, должно все быть хорошо, ребят. Все должно быть четенько. Все четко отработано. Расстояние, конечно, опять же маленькое. Наверняка он сейчас начнет выпускать грифу. Мне почему-то кажется, что именно с грифона все начнется. Конечно, хотелось бы, чтобы я ошибался. Я пошел вот так, ребята, делать. У меня Джаггер, как говорится, выступил первым. И теперь нам нужен обязательно балетмейстер баллиста. Жух!
Вот так вот приблизительно это должно быть. Так, грифа. Раз, два, три. То есть, ребят, четыре выстрела нужно делать баллисте по грифе, чтобы его наказать. Немало, согласитесь. Очень немало. Но если мы призовем сюда еще чумную мышь, это будет намного лучше и легче нам. Вот паладин, а. Ну ты, конечно, мощный. Тут ничего не скажешь, ребят. Мощный этот палыч. А если мы две баллисты, что у нас тогда пойдет? Да должны пойти дела наши в гору. Смотрите, как мы мало наносим урона. Чумная мышь, там такое ощущение, что она не плюет, а просто шепчет ему на ушко нежные слова. Убаюкивает. Ладно, ребят, прошли. Команда не подвела, и это хорошо. Смотрим дальше, кто у нас появляется. Появляется жрица. Ага. Слушай, нет смысла никого менять. Оставляем все как есть. Жрицу будем наказывать обязательно. Кем? Наверное, баллистой. Она же, по-моему, сама себя хилять не может, по-моему, да? Нет, не может. Она может только кого хочешь хилять, кроме себя. И это хорошо. Ну что, грифа или кто там у тебя сейчас будет вылетать, я не могу понять. Я жду. Слушай, пока никого нет, может быть, я деда успею вызвать. А? Прикинь сейчас... Оу! Нет, ребята, с дедом у нас, по-моему, не получится сейчас в данный момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас, ребята, у нас фигня получается. Давай-давай-давай, фаербол. Вот так вот. Зергут, отличненько. Ага, отличненько. Ничего отличного, ребят, смотрите, какая-то фигня происходит. Какая-то происходит тут фигня. Так, давай будем попеременно с вами вызывать то Джаггернаута, то Голема. Слушай, можем деда вызвать. Давай-ка деда вызовем, пускай он тут разберется с ними, со всеми. Они уже меня немножко поддостали. Фаербольчик, упс. Ай, грифа, грифа, что ты творишь? Свой смертельный крик сделал. Это хорошо, что он, ребята, уничтожается. А так-то, по идее, грифон, да? Он превращается в феникса, якобы. Он должен возвратиться из пепла, но он не возрождается здесь. Ну-ка, приворот. Ай, все, хана. Да, ребят. Разбомбили, даже не поморщились. Отличненько, мы с вами идем. Переходим на третью точку. И тут у нас фехтовальщик, ребят. Вот фехтовальщик, это плохо. 86-го-то уровня. Что будем делать с вами? Брать вот эту команду. А у нас здесь вообще нет никак. Представляешь, вот в этой команде у нас нету, кто бы мог, например, контрить грифа. Хм, грифончика. Так, есть одна у меня, ребят, задумка. У нас есть лучница. Но она ватненькая, правда, как я не знаю кто. Как сапог, елки-палки, валенок. Но других у нас нету. Прыгуна мы, значит, отсюда можем убрать. Да, я думаю. Где у нас тут? Вот он, наш отряд. Мы отсюда убираем, например, прыгуна и берем... Кого? Вот лучница. Ой, да у нее 67 уровень. Она вообще, ребят, отстала что-то от жизни. Так, Вуджена нет смысла. Он грифона все равно не подобьет. Тыквоголовый меня немножко расстроил. Поэтому я тоже его не хочу брать. А, у нас же есть, елки-палки. Слушай, он тоже, по-моему, слабый. Попробуем. Попробуем поиграть... За БФГшку. Все, у него 3 звезды, все отлично. Кстати, там немножко не хватает, сколько там, где-то 12, да? Карточек на БФГ, чтобы он получил 4-ю звезду. Представляешь, он будет с 4 звездами. Ну что, надеюсь, как-то вот так вот. Нам единственное, сейчас нужно будет с вами контрить именно фехтовальщика. В нем вся проблема. Он очень быстрый юнит. В плане быстрой атаки делает он. Надеюсь, у нас получится противостоять ему. Для этого нам нужен паладин. Пока не идет. А вот, вот он вышел. Естественно, мы вызываем вначале паладина. А потом, конечно, лучше всего вызвать, наверное, или некро, или БФГ. Сейчас определимся. Я, наверное, лучше начну с некро. А уже после, наверное, будем с вами брать БФГшку. Так, давай попробуем вот так вот. Ага. Так, грифы я пока не вижу. И это хорошо. Что его нету здесь. Так, достала меня вот это все. Вся ваша петруха. Так, завалили, молодцы. Слушай, можно, знаешь, что сделать нам? Попробовать. Давай еще одну БФГшку вызовем.
Хотел я друидочку, ребят. Оу-воу-воу-воу, плохо-плохо-плохо. Все плохо, ребят. Расписывают. Успеем, интересно, на друидку с вами или нет? Должны успеть. Есть. Друидка выходит. Давай посмотрим, что у нас тут получится. Ой, как он... Блин. Ребят, фигово как-то получается-то. На тебе. Друидка выжила. Так, отходи, 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 отходи. Тут фехтовальщик идет. Давай, 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 да уйди ты, дрить тебе на корень. Уйди, говорю. Бомбим, бомбим. Так, у нас времени мало, 57 секунд. Это уже ни в какие ворота не входит. Это, ребята, уже ни в какие ворота не идет. Они меня достали. Давай вот так вот сделаем. 45 секунд на все про все. Некро, давай, выходи, ты нам здесь нужна. И БФГшка, в общем, всех будем здесь призывать. Давай, 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 давай. 32 секунды, блин, ребят, мы еще даже не подошли. Один за другим идет, а. Да ее просто, ну вот этой только не хватало срани, которая там вон стоит, ребят. Воу-воу-воу, давайте по грифу, отлично. Всех к ногтю, всех к ногтю. Да бомбите вы мне в конце концов этот замок чертов, ну. 7 секунд. 7. Уйди отсюда. Не успевай, да? Не успели, блин. Под конец фехтовальщик нам просто с вами помешал. Буквально на секунду, ребят, на секунду нам не хватило времени. Никуда я не пойду, я пока этот уровень не пройду, я не собираюсь никуда отсюда уходить. Я еще раз попробую, ребят. Отряд, в принципе, неплохо себя тут показал. Единственное, что какие-то у нас накладки получились. Я, честно говоря, не совсем разобрался, где и из-за чего. Наверное, все-таки из-за этого грифона, когда он летел, он практически сносил большую часть моей армии, да? Так, ну здесь по стандарту. Здесь мы с вами работаем по стандарту. Следом, наверное, все-таки лучше вызывать БФГ. Потому что он как-никак атакует лучше. А потом уже можно будет и некро, наверное, призвать. Ну-ка, Марин, ну, довольно неплохо он наносит урона. То, что он, конечно, вот отскакивает, немножко раздражает. Ну, ладно. О, тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, что тут происходит? Ай-яй-яй-яй-яй, как он быстро, ребята, БФГшку уничтожает, а? Очень быстро. Тут, по-моему, я, ребят, немножко лопухнулся, мне кажется. Да? Или нет? Сейчас посмотрим. Опять все-таки время мы с вами тут профукали, продинамили. Продинамили мы вспышку с вами. Давай так сделаем, а? Вот, идите, идите быстрее к себе сюда. На свой же замок. Фехтовальщик убил, видел только что? Это мне понравилось, это было круто сделано. Так, ну что? Делаем притягивание. Заморозка тут у нас еще срабатывает. А вот грифон-то плохо уже. Что-то аж игра немножко начала подтормаживать, ребят. Подтормаживать стала немножко игра. Так, грифон, грифон. Блин, опять 56 секунд. Ну что за дела, ребят, ну? Ну какие ворота не входит это все? Так, давай, давай. Нам лишь бы вот этих вот говняков всех, ребята, прожечь, истребить, уничтожить. И все. Так, заморозка. Это нам пригодится сейчас. Опс. И они все встали. 30 секунд. Ребят, 30 секунд у нас на все про все. Так, отлично. Давай, наверное, приворот сделаем. В кого сделал, для чего сделал, непонятно. И... да. Все-таки мы с вами умудрились. Умудрились этим отрядом забомбить. Мне нравится. И кто здесь у нас будет, а? Смотрим. Фу, маг. Вы помните, да, этого мага? Который бомбит, причем довольно далеко у него, ребята, радиус поражения. И я думаю, что, наверное, вот этот вот от... Блин, погоди-ка. Хотя да, да-да, именно этот отряд возьмем. Будем с вами бомбить баллистами. Наверное, это будет эффективно. Расстояние приличное, фехтовальщиков здесь нет. Грифон только есть. Ладно, попробуем. Постараемся. Так, 400, может быть, мы на деда успеем накопить, а? Прикинь, на деда успеем накопить. Хотя это вряд ли. Нет, успел. Я успел, ребята, накопить на деда. Ха-ха, сейчас я его и вызову.
А чё такого-то? Да, вызовем именно деда. Начнем именно с него. У меня тут фаербол как раз, смотрите, ребята. Оп! Подготовился. Так, давай бомбим. Тыч! Чумную надо вызывать, ребят, сюда. Срочно чумную мышь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Смотри, смотри, что... Ты смотри! Они сейчас деда мне... Они расписали мне... Офигеть! Прикинь, я не могу, ребята, пробомбить. Он... Эта жрица отхиливает больше... Больше, чем нужно. Фаербол, ну! Вот так вот, ты прикинь? Вот это сейчас было круто. Вот это сейчас было по красоте. Хе-хе-хе-хе-хей! Давай, давай, родные мои, жмем педальку в газа до упора. Давай, баллиста, выходи. Две баллисты — это сила. Две баллисты — это, ребят, хорошо. Упс. Сносим их просто тут с лица земли. Минута, ребята, времени у нас минута. Так, может, нет, деда пока не будем вызывать. Надо вот этих вот говнюков всех убрать отсюда. И все, ребят, сразу становится лучше. Ну... Дед, давай, родной мой. Ускоряемся. Вот так-то. Будут знать свое место. Так, мы наносим одновременно и повреждения по замку. Это хорошо. Так, давай, 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 родные. 31 секундочка, пожалуйста, пожалуйста. Есть. Фаербол полетел. Ух, вот она победа. По красоте, я считаю. Ну и кто же у нас тут босс? Король или... Нет, ребята, здесь всего лишь навсего бишоп. Пастырь. Называйте как хотите. В общем, хил. Так, фехтовальщик, грифа, маг. И энергии у нас тут нету, к сожалению. Зато энергия здесь есть. Хе-хе-хе. Поехали. Нам главное сегодня, как я задался целью, перейти на следующий портал. Поэтому будем пробовать. Будем пробовать. Так, ну, как вы знаете, на последнем уровне всегда кто быстрее наберу... Тихо ты, фехтовальщик, ты что-то как-то... Как-то довольно уверенно так идет. Типа ему все дозволено, все можно, что ли? А? Получил свое, архаровец. Ну что, ребят, сейчас буду призывать уже ведьму. Надо призывать именно ее и начнем уже тут, как говорится, разбираться с этими олухами. Влупляем. Так... Так, а вот на паладина не хватило у нас, ребят, мощей, к сожалению. Ну, Ронин. Ну, как всегда. Как всегда. Ладно, плодим, ребята, зомбарей своих. Фиг с ним, пускай, предположим. Ронин, выйдешь ты или нет? Нет, не выходит он, никогда не выйдет нормально. Вечно вот в медляке в своем. А вот это плохо. Надо убирать эту гадость отсюда. Ронин, выбеги. Не хочет работать, ребята. Ну, он не хочет работать, и все. Оу. Так, тихо, отойди, ведьма. Тут будут уже мужики, как говорится, разбираться с этими паладинами и с этими бишопами. Мужики, это вот эти работяги наши мужики. Ты видел, что сделал Ронин? С удара просто его покарал. Так, грифа, да, здесь у нас? Ну, давай. Просто разруха капитальная. Мак, тебе пора сдохнуть, по-моему. Вот так вот. Давай, зомбики, пробиваем, пробиваем как можно быстрее и шустрее. Есть! Ну что, ребята, я вас заочно поздравляю с тем, что мы с вами прошли этот уровень. За подданных. Мы с вами открываем сундук, смотрим, что у нас там достается. Ой, по красоте. Карточки как раз те, что нужны мне. И, смотрите, здесь 13 воблера, прыгуна и крестьянина. Ну что ж, ребята, 61-й портал вперед и с песней. Ух, they're good. Так, ну я думаю, что здесь будет весело у нас. У нас энергия-то хоть где-нибудь есть, чтобы хотя бы начать? Подожди, какая арена, блин! 82-й уровень. Эй, довольный такой. Нет. Нет, 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 это все не то. Так, толкатель и... какой воблер, как его? Бомбер, елки-палки, конечно же, бомбер. У нас, ребята, с вами энергия есть только вот на этом отряде. Хм.
Ну, предположим, ребят, начнем. Посмотрим. Посмотрим. Толкатель, конечно, машина мощная, но еще такое расстояние маленькое. Вот всегда меня раздражает, когда мы так вот вплотную стоим. Самый первый уровень, самый первый этап. И начнем с кого? Наверное, с Палыча, да? Начнем, наверное, мы с вами с Палыча. Отправляем его. Кто интереснее, толкатель или Палыч? Как вы думаете? Так, ну... Ать! Хорошо, как мы его, а? Жуханем. Смотри, все-таки гад оттолкнул нас. Урон. Урон нанесли. Ты представляешь, он нанес урон по базе, гад. Он оттолкнул и... Ай, ладно, давайте ускоряться. Ты достал нас, а, толкатель. Ух! Все равно мы разнесем ему базу. Да, так могли бы в сухую, ребята, выиграть, если бы он нас не оттолкнул бы. Отлично. Ну, лишний опыт, ребята, никогда не бывает лишним. Поэтому, естественно, я буду переигрывать. Фигня какая-то получилась. Как тол... Вот сейчас вот он не толкнул ни разу нас, да? А тогда ему надо было вот оттолкнуть. И причем он отталкивает, мы в стане стоим. Эх, такие, знаешь, обезумевшие. А что нам дальше делать? Да ничего, снимать штаны и бегать, елки-палки. Че как? Давай еще разок повторим. Повторим. Вначале вызываем мы паладина, потом вызываем с вами этого, как его звать? Слушай, а можно вызвать некро? Сейчас посмотрим, как тут лучше сделать-то. Давай вот так вот, некро. Пускай некро здесь будет у нас. Предположим. И сейчас, наверное, опять та же самая песня. Эй! А ну-ка, вот, это уже другой разговор. Все, хорошо. Все отлично, ребята, у нас тут сработало. Вот теперь надо бы ФГшку вызывать. Это самый, наверное, будет оптимальный вариант. Да, ребят? Я думаю, да. Блин, ну не под, не под этого, не под бомбера. Да ну, блин! Что за дела, а? Давай тогда некро опять вызывать. Ну, где там этот толкуша? А вот мы ему еще одного паладинчика приготовили. Эть. И... Да блин, ты достал этот бомбер, блин. Метится, прям как будто вот специально. Ну, у нас, ребят, в любом случае по времени все сделано. Нам нужно только не получить повреждения по базе. И тогда все будет у нас великолепненько. Ну. Эть, упал толкатель. Мы заморозку тут на всякий случай используем. Вот так вот, по красоте. Ну что ж, давай потратим свою последнюю энергию на второй этап. Ну, кто тут у нас? Боксюрешка всего лишь прибавляется. Пи! Я никогда не считал боксера, ребята, кем-то таким супер-пуперским. Никогда. Он типа крестьянина, елки-палки, у этих, как их там, как их величать-то? У подданных, да. Поэтому единственное, что он может выпускать его первым для спама. Будет меня просто спамить. Но нет, что-то не то. Как-то у него пошло все. Вызвал он бомбера. Мы вызываем, естественно, паладина. Ага, толкуша, толкуша идет, ребят. Так, давай-ка вот так вот. С БФГшкой в паре. Жух! Так, этот боксер... Да, он вреднюка. Никто не говорит, что... Он хороший. Он еще тот говнюк. Ну, естественно, естественно, ребята, сразу же подбивай... О! Две БФГхи, это великолепно. Дюх! А как он, а как интересно, у нас подбили сейчас только что БФГ? Волной, что ли, бомбанули? Я что-то как-то, честно говоря, даже не успел разглядеть. Ай-я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 й. Давай их сюда, к ногтю всех. Тиш. Блин, толкатель, ты достал, вот серьезно тебе говорю. У нас минута 20 времени, я сейчас буду призывать... Вот, вот. Вся сила где? В друидке. Ну, давай, друидушка. Твои свои тотемчики вот эти вот хорошенькие выставляй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так мы не договаривались. Давай-ка ускорение. Что, нормуль? Да, по-моему, все хорошо. Вот со временем только все плохо у нас. А так все замечательно. Заморозка. Она почему-то не сработала. У нас заморозка. Так, лечись, лечись, друидка, потому что сейчас этот воблер вшивый бомбер... Что сейчас будет, ребят? Уничтожит? Нет, тут...
Блин, 34 секунды. Давайте хоть как-нибудь-то уже исправляться, ёлки-палки. Толкатель, отвали. Достал тоже, серьезно говорю. Давайте, ребята, я не знаю, может, притянем как-то их тут. Вот как-то будем наказывать их. Все, вот мы уже, ребята, к базе подошли. Ускоряемся. И 16 секунд, 14 уже. Ух, есть. Великолепно. Ну, по-моему, мы всю энергию с вами потратили. Хотя, может быть, уже где-то накопили. Сейчас мы с вами все это дело посмотрим. Так, ну здесь понятно. Так что, о, здесь есть одна. Ее обязательно нужно потратить. Обязательно. Так, и определимся сейчас, кто у нас здесь будет против нас. Блин, определился. Не успел посмотреть, ладно, хорошо. Так, ядрить тебя на корень, да? Я к этому не был готов, ребята. Я не был к этому готов. Ну, вот так вот. Жух, и все. И нету Блин, а он второго молотильщика вызывает, а? Сразу же. Угу, ты понял, да? Видел, что сейчас было. Так, давай-ка, хорош тут буянить мне. Ронин, выйди. По-чудотворному. Конечно, вышел он тебя, а? По-чудотворному. Ну? Не подведите меня, архаровцы. Не подведите. Они не должны подвести. И они не подводят. И Ронин бегит туда куда-то, за экран побежал. Ну что, дорогие мои друзья. Миссия сегодня, которую мы поставили, с вами выполнили. Мы перешли в следующий портал, 61-го у нас по счету. Энергии, к сожалению, больше нету. Так что есть смысл завершать серию. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.